Пришел я на плотину на нашу. Плотина, ребята, это откуда воду нам дают на полив? Ну да, ее и размыло. Вот она, видите, опустошенная. Как ее размыло? А вот так. Или кто-то открыл? Нет, не размыло. Или сильно полная она была? Вот у нас такой водопад здесь. Пахнет как лес осенний вообще. Ну, в принципе, особо ничего страшного нет. Видите, у нас каждый метр используется. Там пасека, можете мед купить. Не помню, сколько сейчас килограмм стоит. По-моему, тут, по-моему, вверху там тоже пасека. Надеюсь, это не бобр. Или это бобр все-таки? Похож на бобра. Ну, слава богу, значит, живой. Сейчас мы узнаем точно. Как-то он не шевелится, или он просто тащится.